Приветствуем вас, уважаемые зрители. Добрый вечер, дорогие телезрители. Сегодня нашу программу можно назвать «От романтики до джаза» или «От джаза до романса». Дело в том, что наша сегодняшняя гостья великолепно известна как исполнительница старинных и современных романсов. Но вместе с тем ей великолепно удается и джаз. И поклонники ее до сих пор не могут определиться, что же все-таки ей удается лучше, романс или джаз? Сама она признается, что даже друзья ей иной раз говорят, что романс и джаз – две вещи несовместные, и что нужно сделать выбор. Но она им возражает. И то, и другое ведь – музыка любви, которая понятна всем. И трудно с этим не согласиться. Встречайте, заслуженная артистка России Нина Шацкая.
Я хочу привести слова весьма взыскательного мэтра, человека очень чуткого к красоте и таланту. Это Никита Богословский. Когда он увидел и услышал Нину Шацкую, он сказал: на фоне так называемых наших эстрадных звезд и блатной попсы она выглядит королевой, одинокой и недоступной. Ее музыка любви ранила меня. А это, ей-богу, очень трудно сделать. Заслужить такое признание от самого Никиты Богословского, это, ей-богу, дорогого стоит. Это правда. Я очень дорожу этими словами, и это был для меня большой аванс. Меня восхищает то, как вы проживаете каждый романс. Но прежде чем вы проживете еще несколько романсов, представьте вашу королевскую свиту. Я очень рада, что сегодня я в таком составе, потому что это музыканты, я считаю их одними из лучших музыкантов на сегодняшний день. За роялем Андрей Разин, композитор, пианист, блистательный мультиинструменталист, который сегодня выступает в роли бас-гитариста, Алексей Балабанов. Наши барабаны — Дмитрий Тюрин. И трубач, автор многих моих аранжировок, автор нашего совместного проекта «Зефир» — Владимир Галактионов. Полна неясным для самой каким-то новым счастьем. Казалось мне, что все с таким участием, с такой ласкою смотрели на меня. Я ехала домой, двурогая луна глядела в окна скучного вагона. Далекий благовест за утреннего звона пел в воздухе, как нежная струна. Раскинув розовый вуаль, красавица заря лениво просыпалась, и ласточка, стремясь куда-то вдаль, в прозрачном воздухе моих
коснулась глаз. О, если б никогда я вновь не просыпалась. В саду, где мы с вами встретились, ваш любимый куст хризантем расцвел, и в моей душе расцвело тогда чувство яркое нежной любви. Отцвели уж давно хризантемы в саду, но любовь все живет в моем сердце больно. Опустел наш сад, вас давно уж нет. Я брожу одна, вся измучена, и невольные слезы катятся пред увядшим кустом хризантем. Отцвели давно хризантемы в саду, но любовь все живет в моем сердце больно. Хризантемы в саду, но любовь все живет в моем сердце больно. Глаза твои я вспомню в час разлуки, не голос твой услышу в тишине. Я вспомню
вспомни ласковые трепетные руки, и о тебе они напомнят мне. Вы словно две большие птицы, как вы летали, как обнимали все вокруг. Руки, как вы могли легко обвиться, и все печали снимали вдруг. Когда по клавишам твои скользили пальцы, таким родным казался каждый звук. Под звуки старого и медленного вальса мне не забыть твоих горячих рук. Руки, вы словно две большие птицы, как вы летали, все вокруг. Руки, как вы могли легко обвиться, и все печали снимали вдруг. Действительно прелестно, но вот законы современного шоу-бизнеса весьма суровы, и я знаю, что один весьма преуспевающий продюсер, специализирующийся на разных помпезных шоу, сказал, что вот он бы сегодня никогда бы не взялся за раскрутку исполнительницы романсов, потому что, дескать, это все устаревшее, декаданс, слеза на дрожащих ресницах, бокал вина и так далее. Как вы относитесь к этому? Ведь вам все-таки удается... Мне кажется, что совершенно не имеет значения название, потому что самое, наверное, популярное произведение конца прошлого века был, я считаю, что это романс, как упоительный «В России вечера», и ничего не было более популярного. Но никуда нам не деться от музыки, которая будет наши эмоции, будет наши чувства, и до тех пор, пока мы будем уметь чувствовать, нам никуда не деться от романсов, от лирики, и всегда будет публика, которая будет жаждать
Но ведь романс действительно надо как-то прочувствовать. Я знаю, что у вас был эпизод в жизни, когда вы встретились мельком как бы с Александром Абдуловым, но встреча это сыграла свою роль в вашей жизни. Да, очень большую, потому что я пела до этой встречи очень серьезный романс. Я пела в студии Линкома, записывала романс «Изумруд». И он проходил просто мимо, заглянул и сказал: «Ну что ты поешь, изумруд, как будто это булыжник, это же маленький камушек, пой легче». И вот эта легкость, она, конечно, совершенно иную краску придает романс. Но все-таки романсовая и джазовая техника различны в вокале? Техника, да, техника однозначно различна, несмотря на то, что вот джазовые баллады и русский романс по сути очень похожи, но техника звукоизвлечения, она, конечно, отличается. Дорогие друзья, теперь настало время услышать джазовые произведения в интерпретации Нины Шацкой. И поверьте, это не менее интересно.
падать, и облака толпой плывут на запад. Спокойной ночи поет нам поздний час, а ночь близка, ночь близка. С твоих ресниц слетают тихо грезы, стоят задумчиво уснувшие березы. Спокойной ночи поет нам поздний час, а ночь близка, ночь близка. Летают тихо грезы, стоят задумчиво уснувшие березы. Спокойной ночи поет нам поздний час, а ночь близка. Я хочу пригласить на сцену еще одного замечательного пианиста. У нас прозвучит дуэт. Я буду петь, буду аккомпанировать заслуженный артист России Александр Пакиченко. Ниншанская провела свою юность в Петербурге, где училась, и, естественно, душа ее не могла не впитать ту поэзию особую, которой обладает этот великий город. И вот совсем недавно вышел компакт-диск, на котором записаны баллады и романсы на стихи Анны Ахматовой, одного из символов Петербурга. И написала эти романсы наша современница Злата Раздолина. И в исполнении Нины Шацкой, в современном исполнении весьма, все равно доносится аромат Серебряного века. Итак, романс «Колдунья». Ремесло мое такое,
Я умею научить, чтоб нежданное случилось, как навеки приручить ту, что мельком полюбилась. Славы хочешь у меня, попроси тогда совета, только это западня, в ней ни радости, ни света. Нет, царевич, я не та, кем меня ты видеть хочешь? И давно мои уста не целуют, а пророчусь. Не подумай, что в бреду и замучена тоскою. Беду. Ремесло мое такое. Я умею научить, чтоб нежданное случилось, как навеки приручить ту, что мельком полюбилась. Славы хочешь у меня, попроси тогда совета, только это западня, в ней ни радости, ни света. Нет, царевич, я не та. Кем меня ты видеть хочешь? И давно мои уста не целуют, а пророчат. А теперь иди домой и забудь про нашу встречу. А за грех твой, милый мой, я пред Господом отвечу. Того не замечая, стремимся вдаль за новою мечтой. Вчерашний день нам кажется случайным, а счастье принесет совсем другой. Каждому хочется счастье найти, любить и быть любимым. Счастье лежит у нас на пути, а мы проходим мимо. Шел крупный снег, и вечер был холодный. Со мной был друг, любимый и родной. Но мне казалось, это несерьезно. Счастье принесет совсем другой. Но все прошло, и я его забыла. Прошли года, и я вдруг поняла, что это счастье настоящим было. А я чего-то нового ждала. Каждому хочется счастье найти, любить и быть любимым. Счастье лежит у нас на пути, а мы проходим мимо. Каждому хочется счастье найти, любить и быть любимым.
счастье лежит у нас на пути. Не проходите мимо. Приятно постоять между такими красавицами, красные и черные. Вы знаете, Нина Шацкая поет для людей, которые любят и понимают такой романтический действительно жанр и тонкий, как романс. И для тех, кто любит и ценит такой экспрессивный, полный энергии, как сама жизнь, жанр, как джаз. Правда? А позвольте я раскрою маленький секрет. Мне стало известно, что у вас есть мечта спеть на самой высокой крыше Москвы с симфоническим оркестром. Есть. И тогда вы будете абсолютно счастливы. Ну, наверное, как только мечта сбывается, появляется другая, и невозможно быть все время абсолютно счастливым. У меня к вам вопрос. Счастливым. Нина, вы крышу выбрали, а то они строятся, строятся, строятся. Я даже... это к тому же, что невозможно быть счастливой, потому что споешь на одной высокой крыше, смотришь, уже следующие построили. Вот. Нет, неважно, крышу мы найдем. Представьте себе, что вы уже воспарили. Что бы вы там спели? Я бы хотела спеть программу русских народных песен. Прекрасный выбор. Да, у меня следующий мой проект – это программа русских народных песен. Будем ждать? Очень непросто совмещать в исполнительском творчестве романс и джаз. Но если есть большой и разносторонний талант, это удается. Как это удается Нине Шацкой. И я убежден, что встреча с ней доставила вам удовольствие.